بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه в хадисе, который передал имам Абу Дауд, рахматуллах алейхи, говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал нам «Ильбасу мин фиябикум аль-байяза» – надевать из наших одеяний белый, то есть одеяние белого цвета. «Фа иннага мин хайри фиябикум» – так как белый цвет является лучшим цветом для вашей одежды. «Ва кафину фиха маутакум» – и заворачивайте в белый цвет, то есть саван мусульманина, должен быть белым. То есть заворачивайте своих мертвых в это белое одеяние. Иногда нас спрашивают, почему саван мусульманин является белым, почему не черный, еще что-то. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что белый – это лучше. И мы, как мусульмане, должны желать лучшего и для наших умерших братьев, и по этой причине мы их заворачиваем в белое одеяние.